Полотно омского велотрека не успевает остывать. Один за одним здесь проводят турниры от регионального до международного масштабов. Накаляют трек на этот раз гонщики со всей России. Наш регион принимает участников чемпионата страны. В программе состязаний скретч, гид, спринт, гонка преследования, кейрин. Два соревновательных дня отвели спортсменам, чтобы выявить лидеров. Велосипедный сезон в самом разгаре. И многие гонщики на пике формы. Отсюда и достойные результаты. Хорошая упорная борьба. Борются между собой как Омская область, представители Москвы, представители Республики Крым. Все в равных условиях и у всех, скажем, равные шансы. У кого-то есть медали больше, у кого-то меньше. Несмотря на то, что большинство спортсменов встречаются в течение сезона не по одному разу и знакомы с техникой и тактикой друг друга более чем хорошо, каждый турнир – это новый спортивный ребус. Так получилось и на этот раз. Омская команда составила достойную конкуренцию гостям. Силы смекалки нашим ребятам хватило на то, чтобы подняться на пьедестал почета чемпионата России. В гонке с выбыванием третье место занял Виктор Подойников. В гите на 1000 метров сходу также бронзовым призером стал Евгений Калмыков. А вот победителями национального турнира становились только москвичи. Каждая гонка – это как бы как кому повезет больше, как рулетка почти. И я даже не ожидал, ну, никогда не ездил такую гонку в первый раз. Вот, я не ожидал. Такую именно с 1000 метров сходу я первый раз ехал. И неплохой результат. Я хотел из минуты выехать, но быстрее немного получилось. У женщин все пошло по похожему сценарию. Подводя итоги разных соревновательных видов, на пьедестале почета менялись представители команд Омской, Свердловской, Челябинской областей. Но перестановка касалась только серебряной и бронзовой ступеней. Золотую заняли москвички. Посмотрела своих соперников, кто как едет, и уже отсюда как бы я просто старалась, настраивалась. То, что я знаю, что у меня есть качества какие-то там спринтерские, ну, я в темпе гоняю, получается, на длинные дистанции. Но вот этот задаток у меня с детства, в общем. Чемпионат России завершен, медали турнира разыграны, и команды уже строят планы на ближайшее спортивное будущее. Впереди два крупных старта – чемпионат Сибирского федерального округа и чемпионат России в олимпийских видах. Последний считается основным в сезоне. Именно на этих состязаниях тренеры сборной России по-особенному следят за выступлением велогонщиков. Наставники формируют сборную России. Будем надеяться, что без мячей в ней не обойдется. Это сборная